Дамы и господа, он первый человек, победивший в 2008 году нынешнего чемпиона UFC Конора Макгрегора из Вильнюса, Литва, Артемий Ситенков! А вот и его соперник в красном углу клетки. Его вес 57,5 килограммов. Его профессиональный рекорд не знает поражений. 3 боя, 3 победы. Представляющий бойцовский клуб «Ахмат Грозный Россия». Ведомый Ильфом Дагестана Шамилем Савуровым. По прозвищу «Чеченский жеребец» Шамиль Ирасханов. Рефери боя Александр Перемышлев. Пожали друг другу руки. Бойцы, внимательно слушаем команды. После команды «Стоп» все технические действия прекращаем. За клетку, за экипировку не хватаемся. Локтями, коленями в партере, в голову не бьем. Локоть работает только в корпус. Работаем строго по правилам, друг к другу относимся с уважением. Бойцам все понятно? По углам. И бойцу из синего угла показывается желтая карточка за превышение весовой категории. Первый раунд. И ваша поддержка, Павлодар!
Последний наш бойцы. Закончен первый раунд. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Thank you.
Закончим второй раунд. Заключительный третий раунд. А где же ваша поддержка, Павлодар? Thank you.
Время! Поединок завершен. Ваши аплодисменты, Павлодар! И слово за судьями. А для награды... Чеченский жеребец! И Расхану! И аплодисменты его сопернику Артемию Ситенкову. И памятное фото. Памятное фото, не уходите, Артемий. Общее фото на память. Шамиль, вы победитель этого боя. И, конечно же, вам слово. Ассаламу алейкум, Казахстан. Ассаламу алейкум, Чеченская Республика. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает нам. Спасибо вам большое. Сегодня большое событие в моем родине. День Конституции Чеченской Республики. Хотя сложный был бой. Но я этот бой посвящаю главе Чеченской Республики, герою России, Рамзану Ахматовичу Кадырову, патриоту России. И Абузайдову Исмурадову. Аллаху Акбар!